когда я приехал, даже меня это напугало, но произвели, когда расчистку и посмотрели, что за дорога. Ну а сегодня уже и глаз радует, когда уже получили просвет, сейчас сделаем под отводом, приступаем к искусственным сооружениям, я думаю, что будет радовать дорогу, не подведет. На этой дороге мы уже сейчас находимся, подготовительных работ закончены полностью. Расчистка и полосы отвода, снятие расчистки закончено полностью. В целом понимание идет со всех сторон. Автодорога участок 5,9 – это первый этап строительства. Она проходит в населенном пункте 4 пункта. Но одобрение, конечно, со всех сторон население поддерживает. Хотя населенные пункты жителей очень мало. Населенные пункты Казаковки только составляет 79 домов и семей. В Орле всего 4, в Деревягино 7. Так что надеемся, наоборот, люди будут заезжать, покупать земли, восстанавливать старые дорогущие дома. Срок сдачи 1 декабря. Планируем по сентябрю месяцу приступить к устройству асфальтобетонного покрытия. И я думаю, что максимум на дороге закончится объектом.